Карандаши, гуашь, акрилы, акварель, масло и пастель в смешанной технике. Настоящее буйство красок и фантазии, где можно найти любые жанры и стили. От классических натюрмортов и портретов до декоративной живописи и фэнтези. В историко-культурном центре открылась выставка под названием «Учитель и ученик». Работа преподавателей и учащихся изобразительных отделений детских школ искусств нашего Ленинского городского округа. Мы очень рады, что выставка получилась такая масштабная, что так много работ. У нас 114 работ, 10 педагогов и 43 ученика. Работа педагогов детских школ искусств муниципалитета ранее уже неоднократно украшали стены историко-культурного центра, но такая совместная выставка проводится впервые. Мы можем друг друга оценить, себя переоценить. Очень важно, когда это у тебя на мольберте, это одно. Когда в зале, вы уже отстранились, вы воспринимаете эту работу критично. Это очень ценно. И выставки дают эту возможность. Преподаватель детской школы искусств поселка Володарского Инна Сизова привезла на выставку 6 работ учеников и свои натюрморты и пейзажи. Она уверена, задача педагога – научить во всем, что окружает, видеть прекрасное и в каждую картину вкладывать частичку души. Полюбить этот мир, просто наслаждаться, смотреть, запоминать и показывать их на холстах, в картинах, чтобы любовались другие люди. То есть то, что мы можем подметить мы, чтобы могли увидеть это же другие люди. А вот художник и преподаватель Юлия Остроумова старается делиться с учениками не только секретами мастерства, но и своим позитивом и энергией, которыми пропитана каждая ее картина. Я вижу просто в работах моих учеников мои же краски, вот этот заряд, вот эту жизненную энергию. Это так здорово. Конечно, очень важно для всех художников каноны, живопись, там все прочее. Но вот этот вот заряд, настроение, желание творить – это самое главное в творчестве. 13-летний Иван Королев уже участвовал в выставках, но впервые его картина соседствует на одной площадке с работами его мамы, преподавателя Видненской детской школы искусств Юлии Королевой. Мама всячески мне помогает, она показывает мне на мои ошибки, пока я смотрю ее работы, и мы друг друга дополняем. Я доволен то, что я выставился на этой выставке. А что тебе это дает? Дает уверенность в том, что в будущем я смогу выставляться на выставках более высокого уровня. Среди гостей были ученики детских школ искусств, пока еще только мечтающие о том, чтобы их работы украсили выставочные стенды. Очень красивые работы, интересные, разными техниками, нравятся. Я в восторге. И в таком возрасте дети, это шикарно, молодцы прям, что у нас есть одаренные дети. Вот. И думаю, что моя дочь тоже будет присоединиться к ним. Выставка продлится до 26 февраля. Не пропустите. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ.